Благотворительная акция. Тренер женской академии Женабель организовала благотворительную акцию. Для многодетной мамы мы набираем продуктовый набор. Меня зовут Вика. Я мама трех детей. На данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Пособие 57 рублей 50 копеек. Детский сад, дом, занятия, конечно, это очень сильно бьет по бюджету семьи. Очень сильно. Потому что мне, по крайней мере, я не хочу, чтобы у меня дети бездельничали. Поэтому я вкладываю туда. В образование, в воспитание. И, конечно, если вот есть такие организации, есть такие люди, у которых есть возможность помочь, то я очень благодарна. Тренер Женабель милосердная, добрая, щедрая, все время проводит благотворительные акции и помогает бабушкам, нуждающимся, многодетным матерям. С искренней заботой и любовью передает вам этот продуктовый набор. Спасибо огромное, Женабель, за помощь моей семье, моим детям и вообще, что она помогает таким семьям, как мы. Особенно детям помощь оказывает. Mm-hmm.